Если у вас длинные вьющиеся волосы, то это прическа для вас. Но если ваши волосы прямые и не очень длинные, тоже не проблема. Можно воспользоваться плойкой и подкладкой для дополнительного объема. Сделайте горизонтальный пробор от уха до уха. Соберите волосы в хвост на затылке, а затем накрутите их на щипцы. Передние пряди также следует накрутить на щипцы. Не расчесывая, разберите пряди пальцами, освобождая кудри. Сбейте волосы руками и придайте им непринужденную форму. Как вы видите на видео, волосы мы накрутили заранее. Хочу сказать, что такая прическа больше подойдет для длинных, прямых или вьющихся волос. Теперь нашу подкладку нужно закрепить у основания хвоста. Затем следует уложить волосы вокруг формы непринужденно и закрепить их шпильками или невидимками. Хочу сказать, что прическа очень легка в исполнении. Для ее выполнения вам понадобится всего лишь лак для волос, электрощипцы, зажимы, невидимки и форма для дополнительного объема. Теперь мы переходим к фронтальной зоне. Нужно разделить волосы на косой пробор. Челку нужно зачесать на бок и уложить ее с помощью зажима и лака. А концы челки закрепить у основания пучка.
На фотографии вы видите конечный результат прически.